Дорогие друзья, встретим осень насыщенно вместе с Максима Парк, ведь мы приготовили для вас столько всего интересного. Откроет месяц 9-й этап Максима Мастерс. Если вы еще не успели набрать баллы, самое время это сделать. Пополните копилку рейтинговыми баллами. Призовой фонд составит 500 тысяч рублей. С 8 по 13 сентября неделя выездки. В эти даты пройдут первенство России, а также личный чемпионат России по выездке. А в субботу 12 сентября ставший уже традиционным Кубок Юров. Яркое украшение осени. Главные старты сезона для всадников. Выступающие выездки. Представительное судейское коллегия. Сильные соперники и яркие эмоции. Параллельно с 11 по 13 сентября пройдет крупнейшая конная выставка «Конная Россия». Это самое большое и удивительное событие конной индустрии в нашей стране. Мы ждем гостей в Максима Парк. «Конная Россия» – отличное место встречи профессиональных всадников, лидеров конного бизнеса и просто любителей лошадей. 17 по 20 сентября пройдут всероссийские студенческие соревнования сразу по трем дисциплинам – конкур, выездка и троеборье. Если вы уже не студент, то рано отчаиваться, так как в рамках этого турнира пройдут зачеты для всех возрастных групп. Сентябрь – время начала учебного года, но не стоит забывать про спорт. Ждем студентов и не только в Максима Парк. Конец месяца, пора серьезно потренироваться. Приглашаем вас принять участие в открытой тренировке по конкуру. Проведите время с пользой в настоящей спортивной атмосфере. Стартовый взнос за участие в открытой тренировке всего 1000 рублей. Встретим осень вместе с Максима Парк. Пусть сентябрь запомнится нам настоящими интересными турнирами.